Вот это ванная комната. Вот так вот сделана она замечательно. Вот. Душ симметрично поставленный абсолютно точно. Такие вот ниши бетонные, которые закрыты плиточкой. Красота. Вот акриловая столешница, тут стиралка. Здесь вот раковина идет, система. К ней зеркальце со шкафчиком. И тут тоже бетонная балочка, так красиво оформлена. Вот полотенцесушитель замечательно идет. Ровнёхонько. А вот это вот замечательный висячий подвесной унитаз. И вот здесь Гройер гигиенический душ. Вот он. Вот все установлено четко по месту, куда нужно было. Вот это вот гейберит система подвесного унитаза. А вот тут замечательно такие вот у нас открывается шкаф, а там, понимаешь, вот нагреватель. Вот. С этой стороны будут сделаны полки мебельщиками. Вот у нас идут все трубы. Такой шкафчик, установленный на закладных. Вот здесь вот металлические замечательные, потому что там гипсокартон по-другому не установишь. И плиточкой все оформлено красиво. Вот сейчас здесь закрыли. Спальня. Здесь обои все одноцветные. Они такие для того, чтобы выделить мебель на фоне вот этих стен. Здесь будет кондиционер, его не установили. Вот здесь очень интересное решение. Здесь такая вот нишка. Вот. Здесь будет карниз висеть, чтобы повесить шторы. Вот такая комната. Здесь телевизор висит. Дверь входная сюда. Вот она. Закрывается на ключ. Идем по коридору. Здесь пока такой стол, ни о чем, мебель нет. Ремонт закончен. Вот тоже стены все одноцветные, однотонные. Везде наверху натяжной потолок, а над ним звукоизоляция. А здесь вот такие замечательные карнизы, молдинги сделаны. Тоже вот зона карниза. Вот кухня. Кондиционер висит. Вот тоже карниз такой красивый здесь сделан. Вот. Сейчас. Вот у нас слаботочка. А здесь электрощит со всеми